Байка просто. Однажды к старому человеку, жившему бедно в некой деревне, прибежал никем не опознанный белый конь, и все соседи тут же закричали. «Как тебе повезло! Еще вчера ты был нищим, а сегодня уже богач!» «При чем здесь богатство?» — сказал старик. «Просто вчера я собирал колоски, а сегодня мне нужно учиться объезжать лошадей». На следующий день конь сбежал от старика, выбив копытом стенку сарая. «Бедный человек!» — закричали соседи. «Мы знали, что богатство не принесет тебе счастья. Теперь ты остался в убытке». «Не о счастье думаю», — отвечал старик. «Просто вчера я после работы объезжал коня, а сегодня должен чинить сарай». На следующий день конь вернулся и привел с собой табун лошадей. «О, небо!» — закричали соседи. «Ты смилостивилась над несчастным!» «Не вижу никакой милости», — сказал старик. «Просто вчера я был крестьянином, а сегодня мне следует учиться коневодству». На следующий день сын старика, объезжая одну из лошадей, упал и сломал ногу. «Это богатство с самого начала было подозрительным», — заявили соседи. «Не в этом дело», — отвечал старик. «Просто вчера мы работали вдвоем, а сегодня я все должен сделать один». На следующий день началась война, и всех молодых и здоровых мужчин забрали в армию. Любые невзгоды следует превозмогать терпением. Вергилий. Быть хорошим, спокойным, счастливым человеком значит быть в согласии с самим собою. Разлад – необходимость быть в согласии с другими. Оскар Уайлд. Эта китайская даосская притча наглядно показывает преимущество безоценочного, дескриптивного, то есть описательного мышления и отношения к жизни. Если не сравнивать, как могло бы быть, и не зависеть от досужих рассуждений окружающих, даже тяжелые перипетии судьбы можно преодолеть, не утратив присутствия духа и с минимальными потерями.